Хей-хей-хей! Всем привет! Рад приветствовать вас, друзья, на канале. С вами доктор, и это Planet Crafter. Друзья, в общем, что на сегодня план простой. Мы будем с вами, в первую очередь, конечно же, сделаем телепортатор. Я уже сходил в пещеру с пульсирующим кварцем. Собрал весь, который я нашел, пульсирующий кварц. Нашел я его там, в принципе, немного. 6 штук всего. И нашел еще один ящик там, синий. И пойдем с вами в пещеру с циолитом. Попробуем там поставить экстрактор для добычи циолита. Приглашаю вас присоединиться. Для поддержки сразу поставьте лайк. Если есть что сказать, конечно же, пишите. Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Так, сверху тоже, кстати, что-то зашумело. Что-то где-то сейчас полетит, наверное, да? Воды надо. Или это просто вьюга, пурга? Слушайте, уже... третий или четвертый раз у меня что-то темнеет, ветер дует, разный цвет окраски, и ни один камень еще не упал. Но я думаю, наверное, когда 1000 будет, тогда упадет. Так, что надо? Надо покушать. У меня тут прям, как вы обратили внимание. Так, что здесь? Здесь рост, полный рост. Грязь съел. Отлично. Маловато, конечно, но что поделаешь. Чё там? Не, ничего не падает. Просто посмотрите, какая мерзкая погода, а. Так. Обалдеть. Ну, окей, ладно. Для начала нужно поставить телепортер, я же хотел, да? У меня все для него есть. Давайте мы его... Так, я теперь могу на 90 градусов его вертеть. О, классно, вот она, стрелочка. Шикарно, прям видишь, куда он смотрит. Это хорошо. Ну, давайте мы его вот сюда. Вот тут как раз такая лужайка у нас без травы. Обалдеть. Так, что это у нас? А, можно его обозвать. Давайте его обзовем. База. Так вот, все просто. Использовать телепорт. Необходим минимум 2 телепорта. Понял. Нужен еще один телепорт. А, давайте мы создадим второй телепорт. Я же насобирал здесь, у меня кварца на второй должно хватить. Там 3 вот их надо. Все. Тут у меня все есть. Ставим его тоже лицом ко мне. Прикольно. Так, ладно, это у нас будет... Нет, не пролог. Проверка. Вот пускай он так будет у нас. Все равно мы его один потом отсюда будем сносить. Все, работает, ничего нам не надо больше, да, друзья? Все спокойно, замечательно работает. А, отлично. Так, ну и пойдемте мы его куда-нибудь переместим в другое место. Так, у меня с собой есть все, что нужно для телепортатора. И я думаю, вот в циолит давайте мы его там и поставим, один телепорт еще. Так, вопрос только, сколько он у нас потребляет? Давайте... Шикарно вообще, все бы так делали. Так, хорошо. Ужасно, ужасно, вообще, ужасно, ничего хорошего. Как это так? Верни на место. Все, еще раз. Так, посмотрим, телепорты. Вот они, 276 киловатт в час один потребляет. Ну, я вам скажу, нормально так он потребляет-то. Ладно. Ну и ладно. С энергией, я думаю, проблем не будет. Так, что, надо съесть горох, попить воды и полетели, друзья. Так, что, до сих пор не вырос, что ли? Ну, блин, пора бы уже, пора бы. Давайте баклажан слопаем. Что теперь? Хорошо. Так,
воды попить. Хорошо. Так, что у нас здесь? Давайте уже будем смотреть. Там опять какой-то ураган сверху. Слушайте. А в этот раз что-то падает. Да ладно, пусть падает. У меня, в принципе, пока с ресурсами все неплохо. Так, что? Здесь надо все у нас облутать. Да? Получше. Подсобрать весь полностью... лут, который здесь валяется. Так. И нужно поставить... А я с собой не все не взял. А, ну вот так. Давайте телепортер. Куда мы его поставим? Пусть вот здесь будет стоять. Так. Угу. Это вот так вот, да, у нас будет. Ну вот пусть так и стоит. Хорошо. Заходим. Это у нас будет пещера называться Цеолит. И где? Вот она, Цеолит. Отлично. Так. Итак. Ай, как хорошо. Смотрите, как все замечательно работает, друзья. А вот он и я. Так, все. Ну и шикарно. Давайте мы теперь сделаем следующим образом. Так, осми выгрузим весь. Вот эта кнопочка Ctrl, прям шикарная кнопочка. Все, вот так раз, все, что надо, выгрузил. И отлично. Так, теперь у меня есть телепортер. Теперь в Цеолит мы можем двигаться с вами прям нереально быстро. И это прям прикольно, друзья. Поэтому давайте мы сейчас с вами соберем необходимый комплект для экстрактора руды Т2. Этот стержень из суперсплава везде затолкали, короче. Еще один стержень нам надо, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. И алюминий, насколько я помню. Да, делаем стержень из суперсплава. Что еще у нас там? Два иридиевых и три осмия. Осмий. Раз, два, три. И два иридиевых стержня. Где вы там? Иридиевые стержни. Раз, два. Так, все есть для экстрактора руды. Потом у меня там кибитка есть, мы ее разберем. Вот, да, и ее же и поставим. Нужно будет нам поставить фундаментную решетку, пару штук. Это нужно будет взять камень сразу с собой. Сразу сделать такой же, типа, мини-заводика, который там будет стоять. Так, пару штук. И что еще мне там потребуется? А, мне потребуется там измельчитель. Измельчитель. Там, кстати, я читал для измельчителя. Да, упростили маленько. Осмий, уран, суперсплав и взрывчатка. Дождик, дождик, дождик. Ну и все то же самое. Гром, молнию осталось еще сделать. Так, осмий, уран и взрывчатка. Идем, значит, осмий, уран и взрывчатка у нас вот здесь в изделиях. Хрясь. Все. Все-то есть у меня для... А, этот, суперсплав. Все, теперь все есть для измельчителя. Ну и пошлите, будем... строить завод по добыче цеолита. Ой, как тут. Какой тут дождик. Ливень прям, ливень, смотрите прям. Ну, полетели. Так, хорошо. А для начала что мы делаем? Мы делаем, ставим. Отлично, он ставится. Все у нас здесь встает как надо. Так, ставим, смотрим. Добывает что надо? Да, добывает цеолит. Отлично. Так, ну и в принципе, что? Делаем фундаментную решетку.
Раз. И фундаментная решетка. Два. Так, две фундаментные решетки. И пошлите вон ту разберем. А, погнали. Ставим сюда хрясь. Ставим хрясь. И нам еще здесь потребуется... Где он? Где он? Вот он. Измельчитель. Хрясь. Все. Шикардосно. Комплект готов. Циолит уже пошел добываться. Телепортатор здесь. А, отлично. Так, друзья, что я хотел? Давайте мы с вами, будучи здесь, облетим как можно поподробнее полностью весь вот этот биом, точнее эту пещеру. Так, но здесь я вроде все обошел, я здесь еще лазил, искал ресурсы, поэтому здесь делать нечего. Во-первых, вот здесь под водой давайте прогуляемся. Под водой я вот здесь находил один ящик в прошлой серии. Поэтому давайте пройдем, посмотрим. Может, вдруг здесь какой-нибудь тоже ящик попадется, еще один. Буль-буль-буль. 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 Так, ага, здесь ничего. Ладно. О, ящик, ящик. Вот он, где ящик у нас тут, это хорошо. Так, что здесь? На верхах ничего интересного. Магний. Так, тут никаких проходов. Давайте ящик посмотрим, что в ящике. В ящике взрывчатка, удобрение... Семечка, давайте берем. Надо будет нам на базе уже ставить еще один шкаф, однозначно. Или где-то организовывать склад. Кстати, пишите. Че, просто ставим еще один шкаф или будем склад организовывать? Где-нибудь отдельное помещение делать. Так. Здесь пока больше ничего. Под водой здесь. Здесь нет ничего. Так, это у нас выход, по-моему, в арке, да, будет? Насколько я помню. Совершенно верно, это мы выходим в арке. Так, пока мы сюда не идем. Теперь идем сюда. Так, сперва подышать надо. Кислорода маловато. Так, ну и давайте идем сюда. В этом направлении. Так, вот здесь, по-моему, я находил ящик. Да, совершенно верно. Но мы его с вами уже облутали в прошлой серии. Так, вот это вот куда у нас выход? А, это у нас еще один выход. В принципе, просто еще один выход в пещеру. Так, здесь... Пока что больше ничего не вижу. Никаких ящиков, ничего. Так, это мы, по-моему, сейчас с вами пойдем в пещеру пульсирующего кварца. Угу. Нет, это мы вообще с вами идем не в пещеру пульсирующего кварца. А мы с вами вышли... Да, мы с вами вышли в кратер. Пещера пульсирующего кварца, вон она где. Так, стоп, подождите, я же отсюда как-то в пульсирующий кварц в пещеру заходил, или нет? Я что-то уже забыл. Вроде уже там был не первый раз. Хм. Отсюда есть туда вход?
пещеры Циолита. Или только Сарок туда вход. Ага. Похоже на то, да? Ну, все понятно. В общем, так, вот еще ящик. Ну, давайте по пути его залутаем. Это вот сюда у нас, да, за пульсирующим кварцем. И через нее у нас идет выход в биом кратер, да? Да, совершенно верно. Ну, окей. Так, здесь у нас еще осми есть. Ну, в принципе, осми у меня своего хватает. Давайте так, пролетим на предмет. Вдруг я какой-нибудь где оставил ящик, что ли, не облутал. Так, как говорится, на всякий случай пройдем, посмотрим. Вот он, да, точно, видите, все-таки оставил я ящик один. А это не есть хорошо. Или, может быть, еще где-то нам седьмой добудется пульсирующий кварц. Так, кто тут у нас есть налево, есть направо. Налево, вот, по-моему, вот здесь я пульсирующий кварц находил, да. Здесь у нас, по-моему, будет сейчас, если прям совсем налево. Да, вот он, ящик, который единственный находил. И тупик. Так, и давайте теперь направо завернем. Тут еще один ящик, друзья. Во, как интересно. А я только один ящик находил, да? Угу. О, вот, не зря зашли, не зря. Так, а где еще? Так, смотрим еще. Это я налево шел. Давайте теперь пойдем направо. Что там у нас будет? Вот он, проход направо. Ну, это, наверное, мы сейчас с вами должны выйти в кратер. Так, стоп, еще раз. Ну, давайте так же. Опять налево пойдем. Да, мы вышли в кратер. Все верно. Ну и пойдемте, а то у меня кислород кончается. О, а тут вот ящик. Ну, конечно, забираем. Ох, а я не все забрал, да? Давайте мы... А, сейчас кислород кончится. Где дырка? Полные карманы, что? А мы теперь можем с вами замечательно просто вот так вот раз и слетать на базу. Разгрузить карманы. Ну, надо будет нам все-таки какой-то склад с вами обустраивать, да? Что, вот сюда еще ящик можно поставить. Да, вот еще один ящик сюда можно поставить. Так, мне нужно, давайте мы для начала алюминий выгрузим, чтобы он нам не мешал. Выгрузим суперсплава, куча у меня в кармане. Так, потом что еще можно выгрузить? По изделиям тут у меня засада. Тут все завалено. По самой не хочу. Так, а, еще можно стержень иридиевый выложить. Так, циолит можно положить. У нас в ресурсах, но я думаю, в ближайшее время мы это все переименуем. Так, ну давайте возьмем три камушка и сделаем. Не могу я никак приучить себя камни, эти железо не называть камнями. Вот они так на камни похожи, что вот, вот для меня они всегда камни.
Ну вот какое это железо? Камень он, и в Африке камень. Вот, ну, согласитесь, вот, ну, не похоже это на железо. Вот как-то вот, ну, вообще. На камень похоже больше. Просто на обычный камень. Опять что-то летит у нас там. Так, шкаф. Где ты? Так, вот он, еще один шкаф у нас. Ой-ой-ой-ой-ой, это что у нас тут летит? Ужасно. А, во, суперсплав прилетел, да? Так, тихо. Не так быстро он собирается. Или все, что ли? Что-то не густо суперсплава прилетело-то. Бомбил так активно, так много. Где суперсплав-то? Вот. Давай сюда его весь. Ладно, не буду я на него сейчас тратить время, друзья. Пойдемте разгрузимся. Что у нас будет? Еще один разное. Потом будем склад наводить в порядок. И отсюда уже будем забирать. Так, это у меня есть куда положить. Слава богу. Все остальное пусть лежит здесь. Так, суперсплав давай весь сюда. Еще знаете что? Давайте я заберу, наверное, маленько... Так. Воды. Кислорода. Чтобы у меня было, а то прям... Последнее время прям я что-то прям вот совсем. Так, что, у меня есть еще кварц? У меня кварца только два. Поэтому необходимо нам с вами искать кварцы. Пульсирующий кварц, вот его теперь мало, конечно же. Телепортаторов вообще хорошо бы переставить везде, понаставить точнее. Но давайте в этих варках пройдем с вами. И там же, помните, помещение у нас есть. Вот мы его... полутаем. Может быть, там найдем сейчас с вами еще пульсирующий кварц. Все возможно. Да, и кстати, смотрите, сколько опять у меня три чертежа еще свободных валяется, да? Довольно приличное количество. Теперь идем, где наш телепортатор? Вот, может его поближе поставить, а, друзья? Давайте я его поближе поставлю. Где-нибудь вот возле входа, а то что-то как-то не по фэншую, да? Вот где-нибудь вот здесь мы сейчас поставим телепортатор, и будет он у нас прям рядышком стоять. Так, база. Отлично. Все, летим в Циолит. Все, я в Циолите. Так, и все. В принципе, тут мы все облутали, проверили, нигде ничего не упустил. Если что-то упустил, пишите обязательно сразу туда, в комменты. Знаете где, да? А мы с вами погнали, здесь будем изучать. Во-первых, сперва давайте вокруг облетим. Вдруг что-то будет интересное. Так, вот это вот наверх никак не забраться нам. Так, это я, по-моему, в текстуры провалился. В текстуры не надо проваливаться, это неинтересно. Давайте будем идти по задумкам разработчиков. Без провалки в текстуры. Так, тут пока ничего нету. Вон синий ящик, кстати. Давайте мы его залутаем. Ага. Барахлишко есть. Так. Здесь с этой стороны у нас нет ничего. Вообще интересно, там какие-то крестики стоят, вон, видите? Ну это же по-любому не природное образование. Как вы считаете? Вот циолит один растет. Ну, с циолитом теперь уже можно не тратить на него время.
Вон у меня теперь добывается. Там, кстати, ящик вижу. Так, давайте перед входом, вот здесь, перед входом вот в это таинственное заведение, поставим палатку, где будем дышать-то. И пойдем подышим сразу сходу. Так, идем прямиком, собираем, какие есть у нас ящики. Ящик, вот он. Опа. Что тут у нас? Ну, так себе. Лут. Не сказать, что прям ах, супер-супер, но пойдет. Пойдет вполне. Не будем жаловаться. Спасибо, товарищи разработчики. А вон ящик вижу отсюда. Сейчас пойдем его соберем. Возле вон той арки, видите, стоит. Так, что здесь? Целит еще один растет. Так, тут что? Здесь ничего. Так, все окей. Где ящик этот? Вон он, где ящик. Так. И я думаю, давайте мы возьмем 3 железки, и они нам сейчас могут пригодиться. Поставим шкаф в нашей палатке. И в этот шкаф будем выгружать. Так, сколько получается? 3 здесь ящика, да, в этом биоме? Синих. 3 синих ящика. Ну, ничего, ничего, так прикольно. Так, вот еще железка. Пока больше я ящиков не нашел. 3 я нашел. Один на входе. Один перед входом вот сюда. В пещеру с пульсирующим кварцем. И один ящик. А, 2 даже. Подождите, 4 ящика. Один вон там он получается. Один здесь и 2 там. Да, 4 ящика. Все правильно. Так, а вот еще и один 5-й, да, ящик. Так вот, замечательно, за камушек. Ой, а тут еще и видите что? Тут еще у нас и микрочип есть. Так, ну алюминий однозначно выкидываем. Это даже без разговоров. Вообще не нужен он мне. Микрочип здесь один еще. Вот, смотрите. Получается 5 ящиков, да, здесь. И один золотой ящик здесь. Довольно... богатый на ящики, скажем так, биом. Ну, прикольно. Все, ладно. Идемте шкаф соберем, выгрузим и пойдем уже непосредственно в само сооружение сие. Опа. Так, все туда. Это сюда. Хорошо. Че, гидратации? Воды не хватает, говорит. Ну да, выпей. Да, если я не ошибаюсь, 5 ящиков. Один здесь стоит, один возле стены стоит, 2. Третий ящик на входе в пещеру с пульсирующим кварцем. Один вот здесь вот за камушком стоит. И один должен быть вот на входе в сам биом. Вот, если я ничего не перепутал, то получается... раз... да, вот он. Да, вот он. Получается 5 синих ящиков здесь. Конкретно в этом биоме. Ну, давайте еще вот так облетим. Чтобы уже наверняка... все, больше здесь точно ящиков нету. Ну, я, по крайней мере, не нашел. Если вы знаете, где еще синий ящик есть, пишите в комментариях. Вернемся, да, бьем. Все, ну что, я готов, идем сюда. Так, что это у нас здесь? Я тут... опа-на! Разобрать нагреватель. Ага.
Значит, как-то туда надо нам попасть. Так, здесь что у нас? Это тут типа пушки какие-то, да? Ящик для хранения. Так. Поверху. Что тут еще поверху? Ага, вон туда вон проход есть. Так, здесь по низу. Блин, главное, чтобы потом отсюда выбраться, друзья. Да, вот он, выход. А, это я наверх вот сюда поднимался, когда первый раз сюда заходил. Здесь вот тоже ящик есть. Давайте мы его тоже соберем. Так, он здесь один. Он здесь один. И, в принципе, все. Так, что, давайте пойдем разгрузимся, потому что уже как бы места прям критически мало осталось. Ох, оно и тут-то как бы не особо много, я вам скажу. Что, ну надо разгрузиться, наверное, слетать, я думаю, друзья. Давайте-ка мы вот так и сделаем. Заберем все, что здесь такое важное, интересное. Так, растенница пока пусть здесь лежат. Мне их там некуда будет ложить. Суперсплав я могу весь отсюда забрать однозначно. Ну вот, как-то так. Полетели. Через телепортатор, я думаю. Но пульсирующий кварц пока не попался. Считайте, сколько ящиков мы с вами пролутали. И он пока нигде не встретился. Так, что? Суперсплав выгружаем? Выгружаем. Не весь. Ага. Так, ладно, пока стержень сюда. Этот стержень сюда. Ну что, суперсплав, значит, мы к алюминию будем класть. Тут у меня к алюминию уже цветочки лежат. Еще и суперсплав. Смотрите, не влазит ничего уже. Так, ладно. Где у меня разное? Новый шкаф. Но вот что-что, вот чертеж микрочипа все-таки надо в одно место положить, чтобы я их потом не искал. А давайте мы отсюда солид один заберем. Вот. И положим в разное. Пусть он тут пока лежит. Так, водичка, водичка, водичку. Водичку надо с собой взять. В принципе, если я найду еще один пульсирующий кварц, то можно будет сделать так, стоп. Не покушав, не надо бежать. Подождите, а у меня же... Где-то был же один. Вот он. Че я его выложил-то? Слопать, да и все. Все. Еще один пульсирующий кварц, если я найду, можно будет еще один телепортатор поставить где-нибудь в каком-нибудь месте. Вот, вполне себе. А, еще вот здесь же тайная, потайная комната. Я не помню, я ходил туда, нет. Я видел, да, где-то я видел, что есть потайная комната вот здесь. А вот заходил я в нее или нет, я не помню. Вот она. Да, я ж в нее не заходил. Я видел, что у нас сюда ходили, друзья. Так, это кто? Вы послали меня сюда умирать. Вы знали, что это невозможно. Вам абсолютно все равно. Все, что вас интересует, это прибыль и колонизация. Все, кто считал, что это была хорошая идея, идите к черту. План никогда не заключался в прощении. Будь проклята. Сио дань. А, понятно, мы его уже читали с вами. Так, ну и давайте вот что... О! 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 Как хорошо, смотрите, 4 пульсирующих кварца. Ну и мы можем с вами прям забубенить телепорт. Сразу и в арках, и в...
и в арках, и в кратере. Ну, это же шикарно. Ребята, прям огонь. Классно. Ну, тем самым, давайте сейчас мы этим и займемся. Так, что у нас для телепорта нужно еще? Два стержня, два осмия, два циолита. Ну и кварц вот этот давайте мы заберем. Получилось у меня 6 кварцев. Ух, а вот это куда мы сейчас будем выкладывать? Сейчас у меня вот это-то тоже битком будет уже. Так, 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 так. Это все сюда. Семечки. Так, серу есть куда положить. А вот с семенами все сложнее. Так, ладно. Стержни в стержни. Сера к сере. Еще один чертеж микрочипа, друзья. Еще один чертеж микрочипа. Прям замечательно. Так, ну и давайте рядом вот это вот здесь покладем. Все. Теперь что нужно? Теперь нужно 16. А, во, кстати, как раз сразу считай. Раз, два, три, четыре, пять. Где-то еще суперсплав у нас лежал. Шесть, семь, восемь, девять. Ну вот, и здесь сейчас 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 суперсплавов. Это сейчас мы сразу сделаем два стержня суперсплава. И два алюминия. Все. Тыкаем сюда. Первый раз. Второй два. Так, потом что нам еще надо? Надо два осмия, два циолита. Два осмия. Как хорошо. И циолит давайте мы вот отсюда заберем, чтобы место освободить. Два циолита. Все. Еще один. Два даже телепортера. Так, что он там 200 с чем-то киловатт. Насекомых я выучил, друзья. Пошли рыбы. Ну, насекомых, как вы видите, их нет. Нет насекомых. Не скачут, не прыгают. Никого нету. Так, что я хотел посмотреть. Телепортов. 552 киловатта. Если я еще два поставлю. Ну, по идее, должно хватить. Но, в принципе, очень рядом. По энергии. Но должно хватить. Так, окей. Ладно. Двигаемся. Хорошо. Идем с вами в арку. И там ставим телепортер. Прям, я думаю, можно поставить. Ой, как темно. Прям поставить перед входом. Где моя палатка. Чтобы, если что, раз сразу, хоба, перекинули все, что надо, и вернулись обратно. А потом я эти телепорты разберу и поставлю именно рядом с ресурсами. Это будет прям шикарно. Посмотрим, сколько мы найдем пульсирующего кварца. Это, наверное, один из ключевых моментов. Так, давайте сразу, чтобы не блуждать, подпишем. Арки. Все. Да. Отлично. Хорошо, подышали. Полетели дальше. Что у нас здесь? Так, тут по низу. По низу я все прошел. А, вот, вот здесь вот проход. Разобрать обломки. Оба-на. Нагреватели Т3. А в нагревателях Т3 у нас тут барахла, наверное, куча и всякого разного. Так, иридиевый стержень. Ну, собственно, иридиевый стержень только, да, мы можем это использовать, положить. Все остальное в измельчитель пойдет. Так, туда прохода нету. Это наверх туда, а здесь у нас проход в ту сторону. Так, эта пушка не разбирается.
лишь этот ящик мы с вами уже облутали. Все верно. Так, ну а тут у нас спуск вниз. Куда-то. Да, здесь ящик этот почти облутали. Так, кстати, давайте мы в него выкинем вот это вот все, что мне не надо. Да и алюминий тоже можно. У меня там производство по алюминию стоит. Так что можно его выкинуть, чтобы не тратить место на него. Так, тут ничего. Здесь, там дальше он проход куда-то идет. Здесь ящиков никаких не видать. Тут у нас просто подъем наверх. А, все, понял. Это у нас возврат обратно. Ясно. Так, все, здесь мы прошли. Теперь проход сюда. Ага. Вообще, интересно, что это за такое строение? Это какой-то или грузовой корабль, или чё? Какой-то грузовой отсек какой-то станции. Непонятно пока. Так, здесь, по-моему, вот с этой стороны проход был. Да, совершенно верно. И... Так, стоп. Что-то у меня там мелькнуло. Нет. А, во! Во, ящик. Смотрите. Эх, место... Это... не место, а... Блин. Надо бежать скорее. Бежим, бежим, бежим. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Вот когда торопишься. О! Я успел, друзья. Прямо успел. Ну и, в принципе, что, давайте иридиевый стержень увезем обратно туда к нам. Так, суперсплав уберем. Так, и вот что еще. Давайте посмотрим, что я ничего там не забыл. Все прошли с вами. Так, здесь все. Тут все, оказывается, можно было просто двигателями. А я что-то тут мучился, ходил. Во, вот еще ящик, смотрите. Вот он еще ящик, вот он еще ящик. Так, это выбрасываем. Забираем, конечно же, взрывчатку, суперсплав. Ну и что, давайте цеолит выбросим, а семя кабачка заберем. Вот это как-то так. Так, ну вот где-то примерно так, да? Все, здесь мы все облутали теперь. Это теперь точно все облутали. Ничего я не оставил, все собрали. Так, все. Идем на выход. Я думаю, мы не будем заходить в палатку. Давайте сразу двигаем в базу. И разгружаемся. Так, что у нас тут? Стержни. Прям битком. Здесь тоже уже полно. Суперсплав. Что еще? Еще вот здесь вот я маленько освободил место, поэтому давайте мы вот это сюда бросим. Так. В ресурсах тут у нас что? Вот это можно сюда. Ну, а остальное у нас пойдет вот в этот. Где он у нас? Блин, он уже почти битком. Прям вот как есть.
Так, с цветами тоже все уже забито. Ужас какой. Еще один шкаф, что ли, ставите? Ну, прям безобразие. Так, ну окей, друзья, пойдемте поставим еще один телепортатор. Уже у нас он будет стоять непосредственно в кратере. Так, идем в давце. Нет, в арки идем, в арки. Так, ну и давайте, знаете что? А куда делся этот красненький? Там же красненький был. Прям вон там был красненький. Куда он девался? О, ну это обидно. Ха. Слушайте, вот здесь же, блин, метеорит лежал. Красный метеорит прям вот здесь лежал. Ха-ха. Он исчез, друзья. Это прям печально. Я даже не успел с ним познакомиться. Ну вот, ну как так? Эх. Ладно, давайте мы телепортатор. Блин, циолит выложил, но ёпарасоте. Ладно, идем. Так, у нас нету здесь нигде циолита. О, ящик, смотрите, ящик. В каком он неудобном месте. Там должно быть что-то было быть интересным. В таком неудобном-то месте. Вот, как говорится, посмешишь людей, поспешишь. Да пошлите в циолитовую пещеру прям идем. Так, этот ящик мы лутали. Че, не успею? Давай! Есть! Я успел. Так, залит. Мне один всего нужен. Все, отлично. Так, это нет. Это мы полетели в арки, а мне вот сюда надо. Так, вот и давайте мы его поставим вот сюда. Хорошо. Итак, друзья, так, что это у нас? Это у нас кратер. Ни много, ни мало. Че там, кто-то летит? Или так просто? Ветерок. Так просто ветерок. Так, ну что, надо вот там полазить. Наверняка что-нибудь интересное будет вот в тех местах. Вот выступы такие, видели? Да. Под водой здесь надо будет полазить. Но это все будем делать, друзья, в следующей серии. А на сегодня, я думаю, будем завершать. Понравился ролик, ставьте лайк. Есть что сказать, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока, до скорых встреч!